Коллеги, добрый день. Приветствую вас на форуме «Шаг в будущее. Искусственный интеллект, цифровая экономика». И я сегодня буду говорить о личной эффективности в цифровую эпоху. Давайте познакомимся с теми, с кем мы не знакомы. Меня зовут Алексей Царегородцев. Я предприниматель, инвестор, основатель, генеральный директор компании RealPro Branding Consulting. И параллельно являюсь еще партнерами компании Agile Marketing в Берлине. И также в Берлине есть компания Berlin New Line Groups. Занимаемся инвестициями, строительством. Много событий произошло за последнее время. То есть, и прежде чем я стал бизнес-консультантом, разработчиком своих уже собственных программ эффективности в бизнесе, я за 25 лет занимался разными проектами, которые меня интересовали достаточно глубоко. Это были и брендинговые проекты, разработка торговых марок, а также системы привлечения клиентов, системы повышения качества работы отделов продаж. За это время я стал членом Европейской ассоциации брендинга и дизайна EPDA, членом исполнительного совета Ассоциации брендинговых компаний России в Москве. И более 1354 реализованных проектов в моей практике, может быть, даже уже больше, потому что с какого-то момента уже перестаешь их считать. При всем при этом я хочу поделиться с вами своим опытом, потому что личная эффективность, многие проходят различные курсы, но то, о чем буду говорить я, это пройдено именно на моем собственном опыте. То есть я не являюсь ни психологом, ни психотерапевтом. То, что я буду рассказывать, это то, что мне лично помогло преодолевать какие-то свои, значит, вызовы, да, свои какие-то изменения, которые так или иначе все равно приходится делать. И за последнее время, работая и со своими клиентами, и со своими друзьями, очень часто уже можно слышать, может быть, это в силу возраста в том числе, что, многие руководители, владельцы компании жалуются на перегруженность, и это им не позволяет зарабатывать больше, чем они могли быть. Самое главное, что это мешает во многих случаях повысить качество своей жизни, и, в общем-то, как бы в некоторых случаях жизнь выглядит таким вот образом, как дом, работа, пробки. И, на мой взгляд, это, конечно, можно все поменять. Это можно поменять относительно быстро, используя ряд различных практик. Но именно мой опыт, когда я открывал новые бизнесы, когда мы создавали новые проекты, когда мы формировали какие-то решения из наших сложных ситуаций, то есть мы всегда использовали какие-то инструменты, которые либо работали, либо не работали. И вот за все время, конечно, я для себя выяснил, что причины перегруженности, которая мешает нам зарабатывать деньги и вести, может быть, более качественную жизнь, выходить на новые уровни, их несколько. И среди них, значит, одной из главных причин является то, что у многих предпринимателей, у многих владельцев бизнеса нет ясности, нет четких планов и нет четких целей. И это приводит к недостатку фокусировки. Приходится заниматься многими вещами одновременно, и по итогам, это выглядит так, что ты делаешь огромное количество работы, ты делаешь каждый день, делаешь это с утра до вечера, по 12 часов в сутки. И иногда, конечно, на каком-то этапе это кажется, кайфово, вот ты вроде бы как весь в делах, и ты чем-то постоянно занят, вот ты вроде что-то делаешь, и порой это доходит до смешного, когда мы видим, и мне сейчас, как бы не по себе от этого, когда я вижу даже, не знаю, где-то там в общественных туалетах, когда заходят предприниматели, и они даже в туалете общаются по телефону и пытаются решать какие-то дела, я вижу всю, как бы сложность и противоестественность таких вещей. Еще больше меня раздражает, когда те же предприниматели, например, как бы и проводят время с детьми, но на самом деле они не проводят время с детьми. Они
присутствовать рядом с детьми, и пока там ребеночек играется, то есть, значит, предприниматели активно используют свои телефоны, и меня прям тоже это бесит, потому что неужели ты не можешь остановиться на 15-20 минут для того, чтобы уделить время своему ребенку. Второй блок вопросов, который сдерживает, на мой взгляд, многих руководителей, это слишком много информации. То есть, причем слишком много информации на разных уровнях, слишком много возможностей, слишком много предложений, слишком много технических вещей, которые рекомендуют, которые вообще можно использовать. То есть это огромный объем информации, и зачастую при таком объеме информации одно из самых простых решений — не делать ничего, и это сдерживает развитие и, собственно говоря, служит и причиной перегрузки. И на третья вещь — это страх. У многих из нас существуют различные страхи, и, ну, они могут быть совершенно разные. От неуверенности в будущем, страх каких-то неудач, страх потери мечты, или не знаю, что для многих там страх как-то неправильно выглядит в глазах других людей. Вот это также сдерживает наше развитие и не позволяет нам двигаться дальше и выходить на следующий уровень. И я думал о том, что можно ли каким-то одним ударом решить вот эти задачи. То есть можно ли найти какую-то волшебную таблетку, или какой-то тренинг, или какие-то вещи, которые бы все это решали. И в итоге, когда я изучал всю информацию, я понял, что нет. Ну, то есть нет ничего какого-то одного, чтобы решало сразу вот эти там кучу задач. Но с другой стороны, я покажу вам 5 базовых вещей, которые я внес в свои программы. Так, я говорил вам о том, что являюсь разработчиком программ Yes Effect по разным направлениям. Там Yes Effect Marketing, Yes Effect Sales, Yes Effect Productive. Это разные программы, которые ориентированы на разные задачи. И вот программа по продуктивности, которую я запустил совершенно недавно, это в большей степени такая персональная программа, хотя там и есть и тренинг. Ну, вот 5 базовых вещей из этой программы, которые точно этот эффект прямо вот здесь и сейчас, вот буквально через несколько минут, ну, при условии, когда вы их сделаете, ключевое слово — сделайте, потому что очень важно, ну, на мой взгляд, не просто там иметь в голове какие-то знания, очень важно эти знания тут же использовать, и тогда вот эти знания будут работать. Иначе, на мой взгляд, нет никакого смысла в большом количестве знаний, потому что результата все равно не будет, если мы ничего не будем делать. Множество книг и тренингов существует на эту тему. Какую-то часть я проходил из них сам, как в России, так и не в России. И из собственной жизни, из этих тренингов я выделил определенные вещи, которые срабатывают в 100% случаев из 100 и дают результат. И я собрал это в такую 90-дневную программу по повышению продуктивности в 2 раза и более, которая помогает не только повысить свою эффективность и продуктивность, но, в общем-то, и выйти на более высокий уровень. Эта программа называется Yes Effect Productive. Я прямо сейчас хочу поделиться с вами несколькими вещами из этой программы для того, чтобы вы смогли повысить свою эффективность и качество своей жизни, или, по крайней мере, вы бы смогли начать это делать. И прямо после вот этого моего выступления. Ну, давайте вернемся к тому, что нам мешает зарабатывать больше денег и вести более качественную свою личную жизнь. Ну, страх. Я считаю, что это первая причина перегруженности. То есть и симптомами вот этих вот вещей, симптомами недозарабатывания денег, отсутствия времени, вот главный симптом, на мой взгляд, это страх. И страх мешает нам мыслить рационально. Ну, например, страх неудачи может привести к отказу от каких-либо действий. Ну, что я буду вот это внедрять, делать, вдруг у меня не получится, там, и, ну, я не буду ничего делать, да, то есть страх там плохо выглядеть в глазах других людей. Страх сделать что-то, но не получив результат, ты теряешь какую-то мечту и теряешь уверенность в будущем. И если мы сможем избавиться от страха, то мы прям сделаем огромный шаг вперед. Вторая вещь в моем рейтинге, которую я наблюдал среди своих клиентов, среди
проектов – это отсутствие ясности. То есть отсутствие ясности – это причина отсутствия целей и планов. Правильная постановка целей и правильное планирование. Ну, то есть для создания плана нужны цели. То есть если у нас нет цели, у нас нет плана. Если мы сможем точно конкретизировать эти две вещи, то есть наши цели в деньгах, в клиентах, и тогда мы сможем точно выстроить план, то есть что мы должны сделать для того, чтобы добиться этих целей, то мы сделаем еще один огромный шаг вперед. То есть страх, мы избавляемся от страха, у нас есть четкие планы и четкие цели, и у нас появляется ясность. И третья штука, которая нам мешает развиваться, это слишком много информации. У нас цифровая эпоха, информация на нас наваливается изо всех щелей. Мы получаем огромное количество информации из разных источников. От момента, что типа давай сделаем вот это, или сделаем вот это, давай внедрим вот это, или вот посмотри, сколько здесь много возможностей существует, и мы могли бы заняться этим, этим и этим. Посмотри, сколько существует разного софта, технических приспособлений, разных идей. И вот это слишком много технических вещей, которые перегружают нас, они также являются теми тормозами. В итоге нас мозг отказывается просто воспринимать всю эту информацию. Мы чувствуем себя перегруженными, уставшими, и мы не можем сориентироваться в этом огромном мире информации. Мы чувствуем себя такими потерявшимися, может быть, дезориентированными, такими отставшими от жизни в какой-то момент. И на самом деле, если у нас нет страха, появляется ясность, а от ясности возникают цели и планы, то на самом деле, когда вот есть четкие цели, то многие из этих технических вещей, многие из этих вариантов возможностей, они, в общем-то, не так уж кажутся и сложны, да и многое из того, что вокруг, оно, в общем-то, становится не так уж и нужным, потому что у нас есть четкая цель, есть четкое понимание того, что мы можем делать. И здесь очень важно понять, что мы можем делегировать, вот, и что мы можем делать самостоятельно. Это две очень важные вещи, которые позволяют нам высвободить нашу энергию, наше время. И давайте попробуем разобраться, как быстрее и проще добиться большей эффективности в своих делах и в своей жизни. Всего 5 упражнений, которые, на мой взгляд, могут вам помочь двинуться дальше. Вот, и эти упражнения я назвал их как первое упражнение, это мы разгружаем свой мозг, второе, освобождаем эмоциональную энергию, третье, мы разбираемся с серыми зонами, четвертое, мы понимаем, где мы теряем энергию и пытаемся эти дыры закрыть, и пятое, это пирамида производительности. Это не так много, каждое упражнение займет у вас 15 минут, может быть, максимум. Вы можете это сделать сейчас, ну, сейчас вряд ли у нас не хватит времени, но что-то вы можете записать сейчас, и потом это сделать чуть позже. Но главное, сделать эти упражнения. Я уверен, что вы, выполнив эти упражнения, почувствуете больше энергии, у вас появится больше и четче будут мысли, и у вас появится больше желания двигаться дальше и развиваться. Ну, давайте обсудим каждый из них. То есть, первое, разгружаем наш мозг. То есть у нас, как всегда, бывает очень много разной информации. В нашей голове крутится много всяких идей, мыслей, задач, проблем. И я бы вам рекомендовал бы составить список всего, что вас беспокоит и о чем вы думаете. Неважно, все подряд вы пишете, берете листочек, составляете дома, может быть, отдельно там, на бумаге, либо там, включаете там, на компьютере там, отдельную страницу в Word, или где вы работаете, привыкли работать, и составляете список всего того, что вас беспокоит, и все то, о чем вы думаете. Потом посмотрите на весь этот список и поставьте плюсы около тех задач, которые полностью зависят от вас. И поставьте минусы напротив тех задач, которые, в общем-то, от вас не зависят. И разделите это на такие две, получается, две колонки. То есть то, что зависит от вас лично, и то, что от вас, в общем-то, не зависит. И следующее действие в этом упражнении тоже очень простое. То есть возьмите список там, где вы поставили плюсики, там, где задача зависит именно от вас. Выберите из них 5-7 наиболее важных, над чем вы сможете работать, над чем вам важно будет работать в ближайшие 90 дней. То есть это
3 месяца, это один квартал. И выберите 5-7 наиболее важных задач и сделайте из них вот такой рейтинг: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это те задачи, над которыми вы сможете работать в ближайшие 90 дней. Второе упражнение, которое тоже есть смысл сделать минутам за 15, за 20, может быть и меньше даже. То есть это составьте, опять же, список дел, которые у вас находятся в состоянии незавершенности. То есть потому что у нас очень много дел, которые мы сделали, не доделали. То есть мы кому-то что-то пообещали, мы что-то начали и не закончили. У нас очень много, может быть, каких-то недовершенных вопросов. И вот эти все недовершенные вещи, они, к сожалению, в фоновом режиме, можно даже не замечать, они у нас отнимают энергию. И составьте этот список, составьте все, что находится в состоянии незавершенности, составьте всю эту незавершенку. И следующим шагом выберите все незавершенки, 20%, ну, то есть мы используем правило Парето, тех дел, которые отнимают большую часть вашей энергии. То есть это то, что вас может гложить. То есть вы кому-то там должны были позвонить, вы должны были там доехать до какого-то там еще чего-то, там, не знаю, закончить там веб-сайт или что-то еще. То есть то, что вас гложет больше всего, составьте список из этих вот вещей. Может быть, даже составите больше список, чем 20%, но это просто те вещи, которые действительно у вас отнимают время. И еще раз посмотрите на этот список внимательно, посмотрите на все эти незавершенки и примите решение прямо сразу. То есть какие-то вещи, которые нужно завершить, а есть какие-то вещи, которые, в общем-то, и не нужно завершать. Вы просто можете сказать им goodbye и отпустить это все навсегда. Вы, никто при этом не пострадает, и вы знаете, что если вы что-то отпустите, ну, в общем-то, ничего это не будет. Может быть, это какие-то те обещания, которые вы давали сами себе, или, может быть, обещания, которые вы давали каким-то другим людям. Но неважно, вы можете поднять трубку и просто сказать: слушай, ну вот так вот я вот не могу вот это сделать или не хочу это делать. И для себя примите это решение. То есть или доделать и выделите на это время. Есть вещи, которые можно доделать за 5 минут, есть вещи, которые можно доделать за 15 минут, есть вещи, которые можно доделать за пару часов, за полдня, там, за день, за неделю, за месяц. И вы тогда составьте этот список того, что вы будете делать, и прямо обозначьте время, то есть, которое вам потребуется для того, чтобы завершить эти дела. Или отпустить это то, что уйдет навсегда. И вы освободите место для новых идей. То есть ваша голова станет чище. И это упражнение, кстати, можно делать достаточно регулярно, потому что мы все время накапливаем различные всякие задачи, которые мы хотим сделать, потом мы их не делаем. Ну и вот эти вещи нужно делить на то, что мы все-таки доделаем, и на те вещи, которые мы должны просто отпустить и больше не возвращаться к ним никогда. Третья история – это серые зоны, так называемые. То есть я их называю серыми зонами. Это те вещи, когда мы делаем параллельно с чем-то еще. Ну, например, то есть, когда мы находимся на работе, мы что-то вдруг думаем там о детях, там о доме, там, о каких-то других вещах, там, о покупках и так далее. И наоборот, то есть возвращаемся с работы домой, и при этом мы вроде бы находимся в семье, но при этом мы не перестаем как-то думать и решать какие-то профессиональные свои задачи. И вот таких вещей может быть много. И вот это вот все серые зоны, потому что мы, с одной стороны, находимся в одной среде, а как бы мы делаем или думаем и не отпускаем вещи из другой среды, все это смешивается и все это не позволяет сфокусироваться. Поэтому составьте список всех важных вещей, которые вы, ну так или иначе, вы делаете вот в этих серых зонах. То есть когда вы дома занимаетесь работой, когда на работе вы занимаетесь домом, составьте этот список и выберите из них опять же 5-7 тех вещей, которые для вас являются самыми важными для того, чтобы у вас был больший прогресс, для того, чтобы выполнять работу, которая приносит максимальный доход. То есть и вы можете эти вещи выбирать из трех уровней. Ну, условно говоря, у нас есть три уровня. То есть есть какой-то физический уровень, он может быть связан с нашим здоровьем, с нашим образом жизни. И мы можем выбрать там 5-7 вещей на
физическом уровне, да, так сказать, например, там, начать наконец-таки бегать, там, или делать упражнения, или прогулки, какую-то активность, перейти на хорошую, полезную еду, значит, ложиться там вовремя спать, и спать вообще много. И на эмоциональном уровне, это, как правило, наши какие-то отношения, которые всегда, то есть наш эмоциональный уровень там в основном зависит от тех отношений с теми людьми, которые находятся рядом с нами. И третий уровень – это наш интеллект, это те идеи, которые мы думаем, это те знания, которые мы пытаемся для себя получить, освоить, попонять какие-то навыки. И вот на этих трех уровнях выделите вот эти 5-7 на каждом, которые будут важны для вашего прогресса, которые будут важны для вашего здоровья, которые будут важны для того, чтобы вы могли зарабатывать больше денег или выстраивать карьеру. И подумайте, какое время вы специально могли бы выделить для решения этих задач в течение дня, в течение недели. И это время для того, чтобы вы занимались только этими задачами и не переключались бы ни на какие другие. Четвертое. Мы очень много теряем энергии. То есть это примерно так же, как метафора с дырявым ведром. Да? То есть, когда у нас дырявое ведро, мы можем сколько угодно наливать туда воды сверху, да, но из этих дырок, из щелей эта вода будет выливаться. И нам нужно составить список тех занятий и дел, которые отнимают нашу энергию. Подумайте для себя, то есть какие у вас три вещи, опять же, в каждом измерении, то есть в физике, в эмоциях, в умственных каких-то, в интеллектуальных делах, у вас отнимают вашу энергию. Я не знаю, это может быть, не знаю, просмотр новостей, это может быть общение с ненужными людьми, это может быть, плохой сон, там, телевизор, все что угодно. То есть вы тратите, там, не знаю, постоянная проверка почты там, или постоянные какие-то траты времени в социальных сетях. Посмотрите, какие три вещи отнимают больше всего вашей энергии в каждых из этих трех измерениях, в физическом, вот в эмоциональном и в умственном, и найдите из них, опять же таки, используя правила Паретто, найдите из них 20%, которые отнимают большую часть вашей энергии, вот эти 80%, и подумайте о том, что можно сделать прямо вот сегодня, чтобы вы могли исключить эти потери энергии, то есть чтобы вы могли убрать эти дыры из вашей жизни. И там, ну, в моем случае, например, я еще 10 лет назад там вытянул телевизор. И не потому, что я как-то горжусь тем, что вот я вытянул. Я правда перестал тратить время. Я исключил из общения тех людей, которые мне никак не добавляли ни энергии, ни ценности и так далее. И в этом смысле приходится, конечно, меняться. Ты так, с какого-то момента начинаешь выглядеть странным, но ты стараешься, опять же, не тратить время на и энергию на какие-то вещи, которые не приносят тебе ничего. И как раз вот на пятом уровне это будет очень важно. Я сейчас перейду к пятому уровню, потому что, на мой взгляд, это вот эти пять упражнений, они могут максимально вам дать пользы для того, чтобы вы могли продвинуть себя и начать повышать свою эффективность. Почему важно это сделать? Потому что если мы рассмотрим свою пирамиду производительности и посмотрим, как вообще многие составляют свое расписание. То есть обычно многие пишут какой-то список дел на день, потом стараются все это выполнить по списку. Естественно, все это не выполняется. И тут есть несколько вариантов общения. Вы можете составить, например, вы пишете список из 20 дел на день, вы выполняете из них только 5. Окей, можно поставить список из 40 дней, и вы в этом процентном соотношении будете, может быть, выполнять 10. Но зачастую мы видим людей, которые перегружены и пытаются выполнять. И причем часто со стороны это, ну, это выглядит как вот чувак, вот правда он чем-то занят, он все время как-то звонит, он суетится, у него очень много всего-всего. А со стороны, собственно говоря, самого человека, который это делает, то есть действительно кажется, что ты делаешь какое-то много-много работы, но на самом деле, когда ты в конце подводишь итоги, например, дня, недели или месяца, ну ты понимаешь, что ты вроде бы чего-то делал,
Но, блин, как-то с результатами это совсем не коррелирует. То есть у тебя нет таких результатов вот на отношении той активности, которую ты проявляешь. И в чем здесь как бы подвох? На самом деле есть очень хороший инструмент, и может быть кто-то даже с этим инструментом знаком, но в этом инструменте есть нюансы, о чем я хочу вам и поведать. То есть я называю это пирамидой производительности, и внизу пирамиды то, что чаще всего в большом объеме у нас наваливается, это какая-то деятельность, которая никак не связана ни с ценностями, ни с перспективами, ни с деньгами, ни с зарабатыванием денег. Это какие-то рутинные штуки, которые на нас наваливаются, и которые мы чаще всего почему-то делаем в первую очередь, ну, потому что они быстрее к нам приходят. Не знаю, там человек приходит в офис и врубает, тут же начинает проверять свою почту. Вот какие-то такие вещи, которые не дают нам большой ценности. На втором месте присутствуют вещи, связанные с тем, что мы что-то делаем. Опять же, этих вещей довольно много, но при этом эти вещи приносят очень низкий доход. То есть вот эта нижняя часть пирамиды и вторая часть пирамиды – это все вещи, связанные либо с тем, что нам не дает денег, не приносит нам энергии, не приносит нам дохода и не приносит нам никакой ценности. Но вверху пирамиды есть совершенно другие вещи. Их меньше, но мы понимаем, что фокусируясь на этих вещах, мы можем получать наиболее высокие чеки, то есть мы можем как раз здесь генерировать свой высокий доход, мы можем достигать каких-то серьезных достижений, извините за тавтологию. И вверху пирамиды вещи, которые связаны с нашей жизненной перспективой, с высокой жизненной ценностью. То есть мы их для себя выписываем, все эти вещи. То есть мы на каждом этапе этой пирамиды выписываем все, что мы делаем на нижнем этапе, все, что мы делаем на среднем этапе и все, что мы делаем на двух верхних этапах. Мы должны составить два разных списка. И нам эти списки пригодятся, потому что мы не просто составляем список дел на день, которые потом чекаем, так сказать, поминутно, но мы понимаем, что списки дел из вершины пирамиды, то есть те там 5-7, может быть, вещей, да, которые мы наметили на ближайшие 90 дней, то есть они у нас попадают либо в понимание высокой жизненной ценности, очень важно это сделать, от этого будет зависеть наше будущее, и вещи, которые связаны с высоким доходом, не знаю, там позвонить там премьер-министру и договориться там на какой-то встрече, да, или там с каким-то клиентом. То есть мы должны сделать этот список, и у нас одна колонка получается, это список из верхних уровней пирамиды, и вторая колонка это список, который попадает в понятие, ну, там, низкий доход, то есть это много всякой суеты, но мало результатов, мало денег, или то, что нам не дает никакой ценности, или наоборот является даже дает какую-то отрицательную нам ценность, потому что просто является затратами по времени. Мы составляем вот эти списки, и все, что находится внизу пирамиды, секрет делегирования. Мы берем все, что у нас находится в нулевой отрицательной ценности, то есть на самом низу пирамиды, все, что находится у нас в понимании нашего низкого дохода. Ну, то есть это те вещи, которые вроде бы надо делать, но их не делать нельзя, да, но мы их вынуждены делать. Но вот эти две вещи мы берем, нарезаем их, прописываем и делегируем. То есть все, что связано с этими вещами, мы либо то, что происходит на нижнем уровне пирамиды, мы либо вообще перестаем это делать, либо вещи, которые, в общем-то, нельзя не делать, мы должны их делегировать другим людям, для которых это будет иметь более высокую ценность и более высокое значение, нежели нам самим. Вот эти пять простых упражнений, которые, если вы там сделаете, и желательно, чтобы вы это действительно сделали для кому это интересно, и сделали это письменно, то есть не в голове, потому что в голове это не работает. Вот. И я уверен, что после этого вы сможете немножко по-другому начать относиться к своим делам и к своим задачам, которые у вас возникают
каждый день вы сможете уже устраивать некие фильтры для того, чтобы определять, чем вы должны на самом деле заниматься, от чего вы должны отказаться полностью и что вы должны кому-то делегировать. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Если эта тема для вас интересна, мы можем с вами лично это обсудить в онлайне или по телефону. Значит, для этого есть вот контакты, которые вы видите на финальном слайде. Вы можете спокойно мне написать смс или написать письмо, заглянув на мой сайт. И смысл нашей работы всегда в том, что со мной вы зарабатываете намного больше, чем тратите, и при всем при этом вы не будете заниматься всякой ерундой. Спасибо, до свидания.